Ну, последний бой, уже можно сказать, что он был соперник из топов, потому что Адамек, он, в принципе, повыигрывал у всех супертяжей Америки. Вот он был чемпионом Северной Америки, титул, который он проиграл в бою со мной. Ну и вот разговаривал со своим менеджером Эгисом Климасом, с американцем. Вот он, кстати, менеджер Сергея Ковалева, Евгения Градовича, россиянина, Васи Ломаченко. Вот менеджер. Разговаривали, и он говорит, поступают такие предложения, вот уже побоксировать на канале HBO, это знаменитый американский канал, где стремятся все как бы попасть туда, на это телевидение. Вот уже в июле месяце можно провести там поединок, ну и вот называлась кандидатура Брайан Дженнингс. Также американец, без проигрыша идет, я не помню точно сколько боев у него, ну, в районе там 16-17, вот он все поединки выиграл. Да, тоже перспективный, такого же возраста, как и я, хорошая форма, телосложение такое, ну, неплохой боец, ну, вот, получился бы довольно-таки, я думаю, конкурентный бой, интересный, поэтому я также дал свое согласие, ну, и вот этот вариант рассматривается. Если нет, тогда будут искать соперника там тоже вот из топов, ну, может быть, не из топов, но вот из высшей категории для моего очередного поединка.